Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху أشهد أن لا إله إلا الله Ну, в регионе где-то официально у нас порядка 55 тысяч человек проживает, обосновались. Ну, я думаю, мы все практически здесь приехавшие из сегодняшней Мордовии. Начиная с 1600-х годов, мы знаем, что началось, значит, с переселения нас сюда. В более поздний период, значит, переселились в Урал, за Уралом. Ну, где-то вот так, наверное, порядка 300 лет мы здесь жили. Но то, что здесь тюркские народы, племена жили, конечно, это намного раньше. Вот, насколько вот мы, судя по, в том числе, Увеку, да, после, значит, Тимура, насколько я знаю, здесь было все пустынно. Здесь, не знаю, какие-то отдельно, может быть, племена жили тюркские, но в целом здесь никто не жил. Освоение этих земель началось тогда, когда русское государство уже окрепло. Вот сегодняшний татар – это представители, в основном, этот самый выход, вернее, из Темниковского уезда. Темниковского уезда, еще сегодня Мордовия, а в то время занимали более территории, больше территории, примерно, если брать границы, наверное, сегодняшней Нижегородской области, может быть, даже доходило где-то до Тамбовской, до Воронежской области. Вот эта дуга, граница Московского княжества, потом Русского государства, да, мы стояли как бы буфером, служили русскому государству после распада Золотой Орды. И когда уже во время Петра, в особенности, государство окрепло, когда у российского государства появилась своя армия, тогда наши люди начали получать землю и выезжать, в том числе, вот в эти края. Вот сегодня Саратовская область, Пензенская область, Самарская область и так далее. Такие вот благодатные с точки зрения земледелия, наверное. Татарское подворье состоит, собственно, из этого дома. Он типичный, в котором жили среднестатистические татары в сельской местности. Состоит, как вы видите, помимо дома есть баня. Вот, и, скажем так, приусадебный участок. А внутри что? Внутри типовой интерьер, опять же, татарской сельской семьи. Центральным элементом дома является печь, которая являлась в свое время и кормилицей семьи, и объектом, который обогревал дом. То есть вокруг печи все строилось, и строился интерьер дома каждого. Бишек – это колыбельная люлька, в которой укачивали детей, то есть предметы мебели, посуды, вот, и другие предметы интерьера. Подворье ждут какие-то изменения? В первозданном пока виде. Сейчас идут как бы проектные изыскания. Землю нам уже выделили, средства тоже Камиль Алимович выделил. И весной мы начнем ее реконструкцию. Некоторые воздвигают дворцы эти и так далее. Но ведь быт татарского народа, он не из дворцов состоит, а вот из таких простых деревянных домиков, в основном, где живет сельское население. Мы не стремимся создавать, как некоторые другие национальности, дворцы. Мы строим такой обычный татарский домик, татарское подворье с ее этими атрибутами и так далее. Будет обязательно там и в подворье и хоз. Дворик, ну, хозблок, баня, как обычно, потому что без бани нет никакой деревни. По-черному? А? Баня по-черному? Нет, у татар баня по-светлому, по-настоящему труба и так далее. А что у вас за уголок такой? Я так понимаю, что это национальная изба. Да, эта экспозиция называется «Татарская изба».
которая представляет быт татар середины 20-го столетия. Если говорить об отличительной особенности татарской избы от других народов, это, конечно, было деление всегда на две половины. Это вот женская половина, видите, штора, чершау, и мужская половина. Но в женской половине вы у нас видите очень богатая коллекция полотенец ручной работы, это и вышивка гладью, это и самотканные полотенца. Причем они привезены с Поволжья, с разных областей Поволжья, с Саратовского края. Видите, постельное белье расшитое. Каждая молодая девушка обязательно готовила себе приданное. А в приданное входило постельное белье, полотенце. И они расшивали, чтобы когда приходили к ним в дом, тот же жених, они удивлялись. Надо же, какая красота. У каждой хозяйки, если мы видим даже по полотенцам, своя рука, свой, посмотрите, стиль вышивки. Постельное белье тоже разное. Возьмите наволочки, тоже разные. Посмотрите, вот на эти уникальные полотенца. Говорили, татары не вышивают крестом. Татары вышивали крестом, но посмотрите, они добавляли стежок, и получилась снежинка. А так как татары всегда жили в содружестве и с русским народом, да, и с мордва, и с чувашами, поэтому они друг у друга принимали рисунки, принимали виды техники, и поэтому очень похожи иногда бывают вот такие изделия. Ну, я бы не сказал, что Саратов там выделяется. Конечно, с Волгоградом, по сравнению с Волгоградом, больше. Наверное, количество мы больше в Пензенской области, я имею в виду в городе, да, но нас меньше, чем в Ульяновской области или в Самарской области. Я встречал русских, которые говорили на татарском языке, ментальных у них действительно отличалось в целом от других людей, да. Ну, вот такой вот симбиоз был здесь. Ну, наверное, естественно, потому что когда люди живут, во-первых, компактно, во-вторых, своим хозяйством, конечно, общение ближе, и люди тоже меняются, это оказывает воздействие. Мы приветствуем сегодня наших дорогих гостей, тех, кто полон сил и знаний, свежих мыслей и идей. В 8 районах у нас успешно работают школы с татарским национальным компонентом. И вот в этих селах до сих пор работают наши школы, работают эти татарские активисты. И все говорит о том, что мы стараемся это все сохранить. Национальный татарский садик работает в том же ключе духовно-нравственного воспитания, развития языка и культуры. И также они уже приходят в начальную школу к нам, и здесь мы продолжаем. У нас обязательно как бы в изучении татарский язык в трехчасовой программе, и, конечно, внеурочная деятельность тоже связана с развитием духовно-нравственных ценностей, культуры, традиций. И дети продолжают как бы то, что уже начато, продолжают в начальной школе. Потом они плавно переходят в основное звено. И здесь мы также продолжаем изучение и литературы, и языка, и проводим различные мероприятия. И праздники отмечаем. Праздники, да, праздники отмечаем обязательно. Не только запланировать какие-то мероприятия, которые мы по графику, да, но и мы также отмечаем те праздники, которые, например, в семье очень сильно отмечают, это религиозные праздники, Рамазан, Байрам, Курбан, Байрам. И детей это сплачивает, потому что духовные ценности, все-таки, я считаю, это главное. Чуть-чуть или сандугач нартал.
народе, как она обычно прилипает, прежде всего сверху, это эстрадная музыка, да, эстрадная, вот то, что сейчас напевается, да, мы раньше это тоже делали, но сейчас все-таки стараемся делать то, что напевали их родители, вот тех, которые собираются, там, 30-летние, 40-летние, 50-летние, они могут этого не знать. Но мы им напоминаем, что, ребята, вот такой, такие шикарные песни. И все начинают припоминать. Вот это у нас припоминание, в основном как раз вот фон наших выступлений. Многие теперь уже чувствуют, что нужно живое, чтобы музыкант, пусть скрипочка, пусть гармошка, пусть они очень профессионально, но чтобы оно здесь, вот сейчас, оно приподнимает настроение гораздо больше, чем эти вот громкие звуки, которые мы, пусть они даже в студии сделаны. Но живая музыка, согласитесь со мной, это дорого стоит. Есть какие-то вот песни, которые знает там каждый татарин? Да, конечно. Обязательно все знают «Ай была белым», знают «Кюбеляги». Каждой татарской семье соблюдают традиции. Песни – это, наверное, уже... Это продолжение традиций, ведь в каждой татарской семье или в большинстве татарских семей в те давние старинные времена были инструменты. Это и баян был, гармошка татарская национальная, тальянка. То есть это говорит о том, что в народе пели. Татарский костюм, конечно, можно отличить от костюмов других народов. Но в первую очередь, если брать, мы берем, конечно, деревенские костюмы, да, вот пример колфаков. Например, колфаки это женские. Присущи, да, это женский головной убор. Вот эти колфаки относятся к началу 20-го столетия. Вот этому колфаку больше 100 лет. Вы видите, что орнамент у татар, да, цветочный. Это сразу видно. Пусть ближе к стилю барокко, может быть, был. Видно, видите, тюльпанчики, да? Вот вы видите вот на этом колфаке, например, гроздь винограда. Это символический такой орнамент. Здесь, по легенде, человек, который нам передал этот колфак, это был прапрапрабабушки колфак одной нашей родительницы. Виноградная лоза, видите, здесь полумесяц, виноградная лоза, которая идет, как бы вот расцветает, процветает. А здесь платье, говорю, это богатые городской девушки, видите, своеобразный шелковый ткань, такой необычный, дорогой платок. По тем временам он тоже старинный, этот платок. Угу. А что за обувь? К ней идут сапожки, вот эти коричневые сапожки должны были быть. Потому что татары носили сапоги, читеки, да, на каблучке. Тюбетейки расшиты были, то есть и мужчинам расшивали тюбетейки. Вот тюбетейка с гребучего оврага, например, дедушка жил, Гемчевран, нам ее подарили. Правда, здесь тамбурная вышивка, наверное, видите, такая интересная. Но тоже расшитая, уникальная. И вспомните советские времена, Никулин носили именно тюбетейки такие. А молодежь? Ну, молодежь, если, допустим, они идут в мечеть или на какие-то праздники, они одевают тюбетейку. И но показываю. Маленькие, да, такие? Тюбетейки. Вы имеете в виду. А, тюбетейки. Вы имеете в виду вязаные сейчас, да. Это Саудовская Аравия привозят их. Они очень удобны такие, особенно летние тюбетейки. Такие носят. Вот у меня один пример есть тюбетейк. Вот таких вот, какие молодежь любит, видите? Очень любят белые тюбетейки. Обратите. Вот вы имеете в виду вязаные, да. Mm-hmm. Это дети нам принесли. Видите? Ну, женщины больше носят не колфаки, конечно, сейчас, хотя они опять в моду вошли колфаки. Сейчас уникальные такие, прям сейчас такие мастерицы делают мне уникальные колпачки. Но сейчас есть челма, сейчас есть всевозможные такие шапочки оригинальные. Женщины платки, делают, да? Платки, да, носят. Гостеприимство – это прием гостей. Это, значит, приглашение людей в гости. Это не только на свадьбы, там, на какие-то особые случаи, да. Это вообще, вот я помню свое детство. Мы жили в основном с бабушкой. У меня родители, отец учился в Бухаре. И у нас практически целый день люди были. Вот, бабушки, соответственно, приходили люди. Когда отец приезжал к отцу, приходили люди, да. Матери реже приходили, но все равно приходили. В основном бабушка-отец. Потому что у нас раньше, как сегодня говорят, рулили бабушки. Семейный праздник не только по празднику. У нас каждая пятница праздник был.
То есть каждая пятница, даже если люди работали, то, значит, этот день считался родительский день. Значит, вот моя мама нас брала, когда она была, да, мы шли к бабушке в гости. И там все собирались, вот, допустим. Ну, у моей мамы там сестер не было. Приходили, братья приходили ее с семьями. Это вот такой еженедельный наш праздничный день был. Сейчас нет такой традиции? У нас есть там, да. В Пензенской области это есть, да. Это сохранилось до сих пор. Татары – народ гостеприимный. И я думаю, что это из традиции в традиции переходит. Это и в Коране прописано, что в любом случае человек, которому порог перешагнул гость, естественно, он должен быть приглашен к столу. В первую очередь это угощение. Это все в традициях татар, мусульман. Еще есть такая традиция, все время деньги дают. Деньги дают, садака дают, да. Это у нас такая традиция. Это у нас, это не только у татар. Я думаю, что у всех тюркских, во всяком случае, я видел это у тюркских народов. Вот это Средняя Азия, это Казахстан. Допустим, на Кавказе немножко другая традиция. Там дают, допустим, мясо раздают. У нас деньги, да. Зачем? Ну, это вот садака, как милостынь. Я думаю, что оно не только у нас есть. Я имею в виду мусульман. Ну, вот как бы... Ну, не знаю, как бы удовлетворить, обрадовать. Допустим, вот тоже о бабушке, когда говорил, у нас, к примеру, пустыми руками никогда не ходили. Вот до сих пор у меня перед глазами вот этот чай, раньше был этот самый, со слоном. Вот, и обязательно кто-то заходит, обязательно, это 100% бабушки пустыми не заходили. И она, соответственно, никогда с пустыми руками не шла. Но это такая добрая религиозная традиция. Это хорошая. Во-первых, это определенно сближает людей. Понятно, там человек не разбогатеет. То, что деньги там дают, там на самом деле, это от этих денег человек в целом и не богатеет, и беднее не становится. Но богаче становится духовно. Это наверняка так. А праздники основные? Да, Ураза-байрам, Курбан-байрам. Знаете, Курбан-байрам у нас по статусу как бы выше, да? Но все-таки праздник больше проводится Ураза-байрам. Это связано, во-первых, освобождение от Уразы, от поста, да? То есть целый месяц. К примеру, у нас в селе постились. Никого нельзя было видеть, не постящегося человека. Это в советский период был. Значит, это окончание Уразы. Традиционно это утренний намаз. Праздничный намаз, допустим, в нашем селе, можно сказать, ну, не 100%, наверное, ну, 99% людей шли совершать намаз, мужчины, домой возвращались. Традиционно это, конечно, вот это парамячки были. Парамячки, потом гости приходили, соседи заходили. Курбан-байрам, он все-таки, чем был обусловлен, менее такой торжественный? Во-первых, резали жертвенных баранов. Соответственно, после намаза люди, допустим, мужчины, были больше озабочены идти, зарезать, разделать жертвенные животные, да, а женщины более озабочены, как бы вот это прибраться и сделать угощение уже свежее после курбана. Поэтому вот это два основных праздника. Ну, также люди приходили, отмечали, но Курбан-байрам, допустим, еще помимо этого, если мясо не раздавалось, а в то время мясо полностью не раздавалось, сейчас мясо раздавали, сейчас мясо, значит, дели, и сейчас мясо оставляли для того, чтобы пригласить гостей. Сабантуй – праздник плуга. Он отмечается после посева, основных посевных культур. Обычно он отмечается в июне месяце. Праздник очень веселый. Собираются участники этих посевных кампаний. На этом празднике обычно готовятся национальные блюда. Приглашаются гости. Обычно праздник этот проводится на свежем воздухе, с песнями, с танцами, с приглашением огромного количества гостей. И
Для саратовцев это привычный праздник, часто? Да, да, для Саратова это стал уже привычным праздником, проводится ежегодно, и что очень радует, очень много приезжает представителей из татарских деревень и из соседних областей тоже. И обычно частыми посетителями этого праздника теперь стали представители Татарстана. Горожане приезжают, и я думаю, что мы не отличаем по национальности на этом празднике кого-либо. Праздничное блюдо какое? Праздничное национальное блюдо – это парамачки печные. Это сейчас начали уже делать в этих духовках, а это печная – это другая еда печи. Это конина только, это тесто. Это печная парамачки, она имеет совершенно другое свойство. Там свой сок такой, знаете, вот так прям выделяет, Сашка, вот этот самый такой цвет красивый. Вкус другой, оно не пропитано маслом. Это вот мягкость. Это когда кушаешь, просто не можешь наесться. Потому что нету сейчас хорошего парамячки. Для пирамячей нужно дрожжевое тесто. У каждой хозяйки рецепт теста совершенно разный. Здесь у меня одна пачка сухих дрожжей, два яйца и немножко домашнего маргарина. Мясо у нас сегодня говядина. Я его пропустила предварительно с луком сразу. Добавила туда небольшое количество черного перца и посолила. Кто-то баранину вообще не ест, допустим, ест конину. Из конины тоже очень вкусно получается. Кто-то делает смесь из двух видов мяса, такой тоже можно делать. Это как бы на вкус и цвет, как говорится. Я просто в один момент поняла, что я должна знать, как готовятся мои национальные блюда. Честно вам скажу, у меня в семье была и бабушка, и мама. То есть у меня целых две хозяйки было в доме, когда я росла. И вот к таким вещам, так скажем, деликатным, как пирамяще и любой вид теста, это считалось таким каким-то мастерством, которому детей не допускали. То есть это не салат тебе нарезать все-таки. Поэтому я научилась всему этому, когда вышла замуж. Размер пирамячей вы тоже можете регулировать. Допустим, если пирамяч для жарки, их лучше делать поменьше, потому что когда они долго кипят в масле, они могут подгореть. При этом мясо, которое внутри них, может не довариться. А когда они в духовке, они варятся в своем же бульоне, поэтому ну, здесь уже как-то полегче, что ли, регулировать. Ничего страшного, если они даже большие. У меня бабушка делала вот так. То есть она заворачивала их сюда каким-то образом, и они у нее вот так вот держались. Я делаю вот так, потому что вот здесь может вытечь этот бульон, который при процессе варки мяса как бы появляется. Все, теперь можно их сложить уже аккуратненько. Нужно сложить так, чтобы они после того, как мы их уже в духовку отправим, не прилипли к друг другу. Они немножко увеличатся в размере. Как я уже говорила, что я их сейчас немножко еще оставлю настаиваться, чтобы у них вот эти вот морщинки немного разгладились. Пирамячки у нас немножко настоялись, разровнялись. Теперь мы их отправляем в духовку минут на 40, 180-200 градусов. Кызлар! Килигиз шайге! Так, давай, Аша Кунчагана. Любишь пирамячи? Очень люблю. И мы ездим к бабушке, к тете, и они у всех разные. Одни печеные, другие жареные, и все они разные. Сама будешь учиться готовить? Конечно, это традиционное блюдо. Пока не умеешь? Не пробовала?
Ну, пробовала. Лепить. Дочки у меня просто активные участники разных конкурсов. И везде, где у нас есть возможность, мы вот популяризируем нашу традиционную татарскую культуру. Поэтому я стараюсь дома обучать их языку и по мере возможности песням, танцам. Ну, костюм это все-таки такое более, так скажем, визуальная принадлежность. Сразу видно, ну, как бы, какой национальности человек принадлежит. Есть салма. Салма есть. Хорошая. Значит, многие ее сейчас путают, тукмач называют. На самом деле тукмач и салма – это все-таки две разные вещи. Значит, это лапша ручная. Она не такая тонкая, как сейчас делают. Вот, допустим, тукмач – это в основном в Татарстане, Башкортостане. Там вот та же салма, тонкая, она очень тонкая, и мясо там, мясо, картошка, все вместе. А вот отличие салмы, во-первых, она толще, во-вторых, картошка отдельно подается, и мясо отдельно подается. Есть еще чумара, это вот отрывная вот лапша такая, руками отрывает, вообще вкуснятина. А мясо делается в основном через рубленый, через мясорубку. А в печи? У нас, потому что, допустим, на курбан у нас ставили вместе с курбан мясом, да, вот жертвенным, ставили еще конину. Потому что курбан кушали из-за того, что это как бы, ну, мясо зарезано специально, да. Из-за этого в основном многие у нас раньше не ели баранину. А как для пищи, для удовлетворения своих физических, ну, что употребляли конину. Еще мы готовим ищпочмаки. Это тоже старинное уже татарское блюдо. Оно делается из другого теста, не дрожжевого. Оно такое больше песочное получается. Это не как самса, потому что самса все-таки оно слоеное, а здесь вот такое вот песочное, немножко хрустящее. Внутри очень много лука, туда вот как раз нужен либо гусиный, либо утиный жир, баранина такая жирная, потому что там еще картошечку внутри нужно добавлять. И это все варится в бульоне, намного дольше, чем пярямеш, но это очень вкусно. Еще бяли-шляри, как по-татарски говорят, вот почему-то сложилось так, что пярямячи по-русски беляшами называют. А бяли-ш по-татарски – это вообще как бы пирог. Пирог бывает сладкий, бывает тоже мясной, с разными рода начинками. Это уже тоже как вашей душе как бы угодно, да? Чай любят татары. Татары без чая не могут. Это уж точно. И это вот с детства мы к этому привыкшие, да, вот самовар, чай, и мы этим реально уже зависим от чая. Много чая пью? Татар? Много пью, да. Разный какой чай? Ну, обычно я пью без добавок. Черный чай пью. Как часто? Чтоб хорошо, ну, постоянно. Ну, это сколько чашек в день? Чашек? О, это не могу сказать. Это не посчитать. Это много. Но утром начинается чай. В обед я вот здесь в кабинете постоянно пью чай. Это точно не посчитает. Чай пьют везде, да. Чай пьют везде. Чай пьют, конину кушают везде. Мы конину любим. Вот, допустим, в нашем селе потребляют почти исключительно конину. Почти, я говорю, почему? Потому что в последние годы глобализация дает о себе знать. Говядину тоже начали немного потреблять. Но в основном это конина. А чай? Да, конечно же. Я думаю, что из напитков это, конечно же, чай. Чай с молоком многие любят. Больше, чем с лимоном. Как часто татары пьют чай? Ну, мне кажется, любой прием пищи у татар – это как раз чаепитие. Потому что как-то не принято, вот, например, компоты или кисели варить. В основном это чай. Очень много, например, вот в заволжских селах мы добавляли траву. Чебрец, метрюшки, как бы по-татарски. Вот, чтобы чай был вкусный, ароматный. Много чая пьют за день? Чая пьют много, и я просто с детства помню, у нас был самовар, которым мы кипятили дровами, и он буквально даже не успевал остывать,
это не только члены семьи, и семья была большая, а могли зайти еще и соседи. То есть чайник, самовар в течение дня, он буквально не успевал остывать, его постоянно кипятили. До 17 года вообще татары и мусульмане – это синонимы были. Поэтому мы видим, даже Лев Толстой в свое время, вот насколько я знаю, даже чеченцев пересчитал татарам. Потому что татары в дореволюционный период – это были, по большому счету, мусульмане. Это даже не столько, наверное, этническая принадлежность была, сколько конфессиональная. Конечно, есть люди разных вероисповеданий, потому что глобализация же, люди сейчас ищут для себя свой путь развития, поэтому и среди татар есть не мусульмане, среди, допустим, не татар, которые традиционно считались не мусульманами, есть мусульмане. Мечеть у нас, если брать Ускурдюм, тогда получается 3 мечети, а в самом городе 2 только. Сейчас мы вот готовимся к юбилейным торжествам, посвященным 1100-летию принятия ислама. Надеемся, что заложим еще одну мечеть, большую мечеть, потому что вот это здание, где мы с вами сейчас находимся, конечно же, ну, не выдерживает ту нагрузку, которой она была предназначена изначально. Вообще мы планируем, что здесь будет намаз совершать еженедельно максимум до 300 человек. А сегодня у нас несколько тысяч проходит за неделю. Знакомство традиционно, в принципе, вот оно у нас, надо сказать, сохранилось. Сохранилось, потому что традиция у нас идентична, кстати говоря. У русских, у татар и в целом у практически у всех народов. Это сначала сватовство, да? Значит, приходят родственники, значит, знают, что есть такая девушка, если мы говорим о женитьбе, да, есть такая девушка, сначала проверяют информацию, какая она, значит, родители какие, после этого посылают сватьев, обычно это или дяди, или тети, приходят в дом, значит, соответственно, люди уже знают, для чего они пришли, угощение готовят. Сначала разговаривают о жизни, потом постепенно переходят к основной теме, к цели прихода, значит, о том, чтобы с девушкой вот, желают для жениха, вот, для сына, для племянника, вот, вашу дочку, там, красиво, хорошие слова говорят. Ну, бывает, что для, вот, не знаю даже как, где-то торгуются, да, сразу, потому что есть люди, родители, наверное, которые считают, что нельзя вот так сразу соглашаться, да. Но в целом за вечер обычно договариваются. Договариваются, потом махры говорят, да, вот договариваются. Махр – это не колым, это невесте подарок. Вот, значит, договариваются о дне свадьбы, вообще об условиях, как они будут жить. Это вот традиционно вот система вступления в брак. У молодой девушки, если она была в семье, был свой сундук, куда вот накапливалось такое приданное. Вот видите, расшитый фартук, например, это был праздничный фартук деревенской девушки. А вот этот вообще уникальный свадебный тюбетейка мужская расшитая, вообще супер, раз как смотрите, бисер. Бисер, как жемчуг мы называли, тоже сказали, что было приготовлено к свадьбе. Представляете, какой труд был вышить такой тюбетейку? Это женщина мужчине вышивала? Ну, скорее всего, женщина мужчине вышивала, но не невеста. Невеста дарила мужчине рубаху на второй день после свадьбы. Никях – это, наверное, я переведу даже как мусульманская свадьба. На этом празднике является обязательным прочтение сур из Корана, которые объединяет двух молодых людей, уже решивших объединиться в семью. На этом празднике присутствуют самые близкие со стороны жениха и невесты. Они являются свидетелями. Свидетельствовать на этом празднике на никяхе считается очень, является большой честью именно быть свидетелем на никяхе. Обычно на никяхе молодой человек дарит очень хороший подарок своей невесте, что является тоже знаком признания того, что молодой человек создает семью. И золото надо дарить? Да, необходимо в денежном эквиваленте предоставить подарок или золото.
После никяха считается, да, конечно же, молодые люди уже муж и жена, и, конечно, девушка может остаться. По исламу так, как бы, все будет считаться правильным, что они уже муж и жена. То есть дальше свадьба – это чисто гражданская? Да, 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 да. Это так, как требуют наши, естественно, государственные наши правила о том, чтобы было и свидетельство о браке. Но в любом случае это тоже желание молодых.